А в Актобе после столкновения с легковушкой скончался 17-летний водитель скутера. Авария произошла накануне по проспекту Абулхаирхана. Как сообщили в областном департаменте полиции, парень попал в реанимацию и умер спустя несколько часов после ДТП. Также пострадал 19-летний же пассажир скутера. Он сейчас находится в больнице. Пассажир скутера, 19-летний парень, с переломом госпитализирован в областную больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по статье 345 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан.